Короче, пацаны, давайте сейчас поспорим. То, что я вам сейчас покажу, вы сделать не сможете. Мы просто так не спорим. Сначала покажи, а потом спорить будем. Не, пацаны, если я вам покажу, то уже и спорить не надо будет. Смотрите, берем провод, не отрывая двух рук. Нужно завязать любыми вообще способами узел. Ну что? Да это легче простого. Подумаешь, узело какое-то завязать. Фигня все это, давай, спорим. Ну если фигня, хорошо. Ну что, спорим? Смотри, если я это делаю, тогда ты даешь мне свой обед и ужин. По рукам? Давай, если я завязываю этот узел, тогда ты мне даешь 200 гривен. А если не завязываю, то я тебе даю 200 гривен. Ну я уверен, что это сделаю, это легко. Хорошо, пошел, выходи. Да это легче простого. Давай. Смотри, берется провод, вот так вот, делается. Вон, смотри, уже правильно завязал. Сейчас. Оп. Стоп. Ну и так, что? Сейчас, секунду. Все, пошел, уже неправильно. Да все правильно, подожди. Все, с тебя 200 гривен. Слушай. Фига, я вообще с ним связался. Дима, ну что? Паша, ты лузер, там все очевидно. Ну давай. Короче, сделай. Витя, готовь обед. Давай сюда. Вот. На. Пожалуйста. Берем провод. Берем провод. Круговые движения рукой. Продеваем. Нет, стоп, подожди еще раз. Так. Просвести она. Так. 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 Ну. Сейчас. Что? Подожди. Давайте, еще две попытки. Берем. Раз, два. Руки. Так. О, смотри, во! Еще одна попытка осталась. Ну, подсоберись. Ты же все знаешь, давай. Иди в пенсию своими пупками. Готовим обед! Что, ты хотел на обед? Ну ты хотя бы на обед, я на 200 гривен. Слушай, Витя, так ты сам, блин, сделай это. Вдруг ты показал, а сам сделать не можешь. Ну, я тебе лично не верю. Ты своими там вот этими магиями давай показывай. Дима, какая магия? Смотри, учись. Ровный шнур. Ровный, да? Ляпс. 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 Делаем вот такое. Оп. Блин, Витя, ты чё вообще? Ты не говорил, что руки надо слаживать, блин. Пацаны, правило было завязать узел. И пофиг, как вы это сделаете. Я завязал. Ну все, гаврики, готовьте бабки и ужин. Блин, пошёл, попали мы с тобой. Это все развод. Мальчики. Тихо, что ты делаешь? Мальчики, признавайтесь сразу. Кто валялся у меня на кровати? У меня вся кровать помятая. Да никто там не валялся, тетя. Мы наказанные стояли все время. А я тоже вообще-то в углу стоял, а потом случайно оказался в бассейне. Помню я, что ты делал в бассейне. Значит так, Витя, ты опять наказан. В бассейне ты не купаешься. А вы, мальчики, я вас прощаю, можете собираться, идем в бассейн. О, четко. Ой, Валентина Ивановна, можно не пойду в бассейн? Можно я тут останусь? Один в тишине книжки почитаю, надо же обучаться, обычно сами это говорили. Ты что вообще? Какой книжки? Сейчас бассейн разрешают идти. Паш, я тебе говорю, я хочу почитать книжки. Валентина, можно остаться? Дима, что-то мне не верится, что ты собираешься читать книжки. Признавайся сразу, что делать будешь? Да, Валентина, я вам клянусь, реально, буду читать про рыцарей и про конки... Дон Кихота, вот, точно. Про Дон Кихота и Санчо Панса? Хорошо. А книжка где твоя вообще? Пашенька, иди уже, иди. Она мне спортила, но я тоже за книжкой. Витя, давай, что сидим? Валентина Ивановна, давайте так. Я вам показываю трюк. Если вы его, сможете, понятное дело, сделать, то я иду купаться. Если нет, то я буду стоять в углу. Целый день. Ой, да? Я могу сделать, что хочешь. Я же учитель, тем более умный. Показывай, смотрите, что рассказывай. Есть провод. Не отрывая рук, нужно завязать узел. Как хотите, вообще по-любому. Просто не отрывая рук. В общем, Витя, будешь ты стоять в углу до конца лагеря. Это, я пока в туалет схожу. Да, долго не ходи, потому что я сделаю это очень быстро. Хорошо. Сколько осталось? Может, вот так? Нет, опять же. Да что ж такое? Ну не может быть, чтобы я это не сделала. Крошка, как ты там скучала, моя любовь? А ну иди сюда.
Ой, привет! Му-ма. Зайчик, Моника, моя любимая, ты не боялась слушать этот храп Валентины Ивановны? Конечно, наслаждение не из лучших. Ну ничего, сейчас Валюха куда-то уйдет, я тебя заберу и будем дальше смотреть романтические видео. А я пока пойду покупать. Давай, не скучай. Витя, Баранюка, что ты тут делаешь? Ты что тут делаешь? Я хотел книжку почитать, потом думаю, не хочу попасть в бассейне. Ты что? Хорошо. Я, короче, Валюхе было задание было. Да. Я, короче, до конца вечера будет его разгадывать. Папа нравится. Камил, ну я тебе просто рассказываю. Если ты постоянно будешь на всех стучать, у тебя просто не будет друзей. Ты этого хочешь. А мне не нужны друзья. У меня есть Валентина Ивановна и мама. То есть ты собираешься с Валентиной Ивановной вместе тусить, на дискотеки ходить, да? Я не собираюсь ни на какие дискотеки ходить. И вообще, у меня есть лучший друг Дима. Я еще с Димой поговорю. Почему это вдруг он решил дружить с тобой, а не со мной? Можешь с ним не говорить. Он встречается с моей лучшей подругой-красоткой. С какой-то лучшей подружкой. Ты про Монику, про манекен? Она не манекен, она живая, поняла? Камила, блин, вот... Всем привет! О, привет! А где Витя, он еще не приходил? Ты что, мало вчера получила? Камила, все, заткнись. Не доставай, я не так. Просто пока Витя еще не пришел. Лера, вообще-то сегодня Аня приезжает. Да пусть приезжает. Нет, да что, мы с Витей уже давным-давно все решили, что мы будем вместе. Я не думаю, что тебе Анька его просто так отдаст. И вообще странно, почему Витя так резко переключился на тебя? Вроде бы у них с Аней любовь была. Ну, Дарина, ну сколько можно тебе рассказывать? Потому что я красивая, умная, вообще лучше всех девочек, со мной весело, я такая романтичная, поэтому он меня и выбрал. Теперь мы с ним вместе. А зачем ты постоянно с собой деньги носишь? Ты же можешь их потерять. Ну, потому что я свой веер дома забыла. А тут так жарко. Вот деньгами и спасаюсь. От них такая прохлада. Камила, что тут непонятного? Она просто хочет похвастаться, что у нее есть деньги. А зачем ей родители дали столько много денег? Она мне дает. Я сомневаюсь, что это ей родители дали. Сомневайся сколько хочешь. Мне лично родители разрешают брать деньги с сейфа. Ну, вот я и взяла чуточку. Разрешают. Паша, ты куда? Купаться в бассейне нельзя! Камила, что ты прицепилась? Мне тетя разрешила. Камила, я не поняла, какого фига ты сейчас здесь стоишь? А ну быстро побежала к Валентине Ивановне и спросила, почему мы не купаемся? Потому что он купается, а мы нет. Это нечестно. Почему мы должны сидеть здесь в духоте? Да не кричи, ты сейчас все узнаешь. Давай быстрее, блин. Ты купаться будешь? Нет, я вижу. Сюда. Мы тут купаться в бассейн. Да? Почему нам не разрешили? Нам разрешили, Витя, надо узнать, что мне Витя, пошли. Паша, пошел, пойдем. Помощь, давай, пошел. Стой так вот, куда? Внимательно, бомба! Вот он, супер! Витя, Витя! Ой, как весело играет. Лера, можешь Витю не звать, он тебя все равно не слышит. Сейчас послушать. Лера, Лера, все равно Витя будет с Аней. Витя! Витя! Витюша! Витечка! Какой Витя? Что ты хочешь? Что вы делаете? Не надо, пацаны! Деньги заляпайте, парни! Там же деньги! А, все, все, все. Все, больше не выйдем. Витя, я сюда за тобой пришла! Лера, спускайся, сейчас приду. Хорошо, Витюша, я тебя буду ждать. Давай. Короче, парни, парни. Мне выходить пора. Ты что, давай покупай. Давай еще. Парни, пацаны, купайтесь. Я... Ну куда, давай еще покупай. Ладно, парни, давай. Витя, они мы. 5 минут хотя бы. Потом, потом, пацаны. Ну и еще. Все. Каблучара. Каждый день. Буду я с тобой гулять. Лера!
Здравствуйте, я приехала! Девчонки, Витя! Витя, мы всегда будем вместе? Да, Лерочка, всегда. Дай, дай денег. Вить, потом тебе там. Вить, а я у тебя самая красивая? Самая красивая. Самая лучшая? Самая лучшая. Самая умная? Самая умная. Самая талантливая? Самая талантливая. Будем постоянно теперь с тобой гулять, ты мне будешь дарить цветочки, да. Будем ходить за ручку, целоваться, обниматься. Все будет, Лерочка, будет все. Дай мне еще бумажку. Потом. Ну, ребят, ну где вы? Я так вам соскучилась уже. Стой, Витя, Витя, стой! Анечка, Анечка, ты приехала? Да, я приехала. А что, что это такое? Ну, я себе черешню торт привезла. Ого! Да. Нифига себе, еще черешня. Ой, спасибо. Спасибо, спасибо. Лерочка, Лер, а чего ты с Витей лежала? И за ручку еще. Ну, как бы, Анечка, ты не обижайся, но мы с Витей теперь... вместе. В смысле вместе? Меня 2 дня не было, так ты у меня же пацана увела! Ну почему увела? Он сам ушел, я ему даже ничего не говорила. Он подошел такой: Лера, я тебя так люблю, давай будем вместе. Ну, и я согласилась, теперь мы вместе. Танечка, у меня вообще с ней ничего не было, я люблю только тебя. Я с тобой потом поговорю, Витюша. Просто ты мне как бы стала... Что, Витя, что стало? Что да? Это мой парень! Да пофиг, что ты твой парень! Да что пофиг? Дура тупая, блин! Это ты дура тупая! Ты ему не нужна вообще нафиг! Что ты? Это мои деньги! Что ты не бросаешь? Мои деньги! Это был мой парень! Это был мой парень! Это был мой парень! Это был мой парень! Да, это был мой парень! Пофиг, мне неинтересно твое мнение! Друг, закрой! Ты никакого права имеешь не встречаться! А ты что на него права качаешь? Да! Качай, потому что это был мой парень, дебилка тупорылая! Курица! Шматка! Отойди! Шматка! Не бросай! Дура! Курица тупорылая! Это поняла тебе! Вот тебе! Ты дура тупая, это твои подарки были! Мои? Отдайте мои подарки! Слышите? Отдайте мои подарки! Это мои подарки! Какие твои, Паша? Не давай, Паша, не давай! А ты что? Я думала, мы вместе с тобой навсегда! Мы вместе навсегда с тобой, Анечка! Я вижу, как мы вместе с тобой навсегда! Я вижу, что ты с Лерой замутил! Молодец, блин! Да нет, чего? я только твой, Аня! Ах, Витя, нельзя сразу с двумя встречаться! Да я уже понял. Помогайте, придурки! А что мы, придурки? Ты сама это выбросила! Потому что ты еще один меня забирать! У меня получилось! Я тебе говорила, что у меня получится! А что это здесь происходит? Это у Леры спрашивается. Что это такое, Лера? Это мои новые шмотки! Смотри, моя шмотка! Какая твоя разница, Камила? А почему ты вообще в бассейне? Я за шмотками лезу! Это не твои вещи! Это Аня мне подарила! Это мои шмотки! Значит так, опять за свое, да? Спать! Блин, жалко, Лерка. Да что ей жалко, она это заслужила.